Да? Я не хочу слушать тебя. Ты мне не нравишься. С возвращением! Как мило с твоей стороны! Значит ли это, что решение принято? Или ты в растерянности? Подумываешь о самоубийстве? Просто дай знать. Дружеское предупреждение, прежде чем ты сделаешь выбор. Как только ты скажешь, кого из правителей хочешь сместить, пути назад не будет. Выбирай один раз, ни больше, ни меньше. Постарайся не сглупить. Итак, кто это? Что ты выберешь? Манию? Деменцию? Неопределенность убивает меня или тебя, если мне придется ждать и дальше. Возможно, более безопасный выбор. А может, ты уцелеешь? Ты и Дон сейчас немного не в себе. Нет, это неплохо. Вполне ему подходило до сего дня. Кроме всего прочего, разве это не будет для него сюрпризом, когда его сердце разорвется от передозировки зеленой пыльцы? Ты, Дон, любит сюрпризы. Быть может, Тейдон и постоянно пребывает в эйфории, но не стоит недооценивать его интеллект. О, это так забавно. Мы еще поговорим, когда ты завершишь работу. Говори, гражданин. Говори скорее. Иди. Да, что? Твои слова, да в его бы уши. Лучшая броня в городе продается в пропавшем наплечнике. Говорит, до свидания. Обесшкуренная гончая боится огня. Что надо? На твоем месте я начал бы с управляющей Тейдона, широкоглазый. Она иногда прогуливается по Нью-Шиоту, но большую часть времени проводит в окрестностях дворца. Да благословит тебя безумный бог. До свидания. Что? Говори быстро, смертное существо. Говори быстро, смертное существо.
Чем могу помочь в этот прекрасный день? Такой благородный человек. В наше трудное время отрадно иметь правителя, который по-прежнему отдает должное всем изысканным наслаждениям мании. Ну да. Кроме удовольствия от его картин, чтения хорошей книги или ночи, проведенной в эротических постельных игрищах. Я говорю о зеленой пыльце, естественно. Нет большего наслаждения. Если бы у меня не было такого насыщенного распорядка дня, возможно, я смогла бы уделять больше времени удовольствиям. Очень хорошо. Не вижу беды в том, чтобы сказать тебе. После чтения в саду и выполнения моего особого поручения, в полдень я люблю заходить в книжный магазин Блисса. Около 8 часов мы накрываем на стол. Гундлар — отличный повар. Он сам готовит еду для Тейдона, добавляя в блюдо талику зеленой пыльцы. После этого мы танцуем, поем, да, впрочем, делаем все, лишь бы угодить нашему лорду. Зеленая пыльца — это очищенные споры деревьев, произрастающих в мании. Мы держим зеленую пыльцу под надежными запорами в хранилище. Можешь представить себе, что было бы, если бы его местонахождение стало известно? Только немногие избранные знают о местонахождении хранилища, но мы принесли клятву молчания. Прощай.
Говори, сестра. Говори, сестра.
Аньи. Каждый день будто заново рождаюсь. Все такое новое, такое живое. О, да! Сегодня я чувствую особое вдохновение. Пожалуй, пришло время прочесть мое последнее творение. Любовь моя, прекрасная леди, кудри твои, будто из чистой меди, губы алы, будто солнце на закате, кожа нежна, будто у малого дитяти. Синие глаза, будто море лазурное. О, что? Мое сердце, не могу дышать. Помогите! А! Опять свершился ритуал коронации. Кровь Тейдона впиталась волею Арденсула, и мания приветствует тебя с распростертыми объятиями. Ныне объявляю тебя герцогом мании дрожащих островов. Пусть сиянием твоим озарятся счастливейшие наши дни. Поговаривают о таком замечательном месте. Представить только огромное количество зеленой пыльцы. Пусть Арденсул ведет и направляет тебя.
как только и... Опасный выбор. Мне это нравится. Она крепкий орешек. Думает, что все на нее охотятся. Впрочем, в этом случае она права. Да будет так. Сил столь же изобретательна, сколь и красива. Я бы на твоем месте был очень осторожен. Как все это интересно. Мы еще поговорим, когда ты... Завершишь, да? Могу сказать лишь, что Сил редко появляется на публике, а ее придворные взяли на себя все текущие дела. Я бы переговорила с Аней Херик, ее придворной дамой и Китланом управляющим. Вдруг они помогут тебе. Тише. У стен есть уши. Говорят, после недавних событий во дворце Аня Херик стала еще более предана Сил, чем когда-либо. Она почти от нее не отходит. Говорят, недавние события при дворе Сил заставили Китлана усомниться в ее способности править. Но имей в виду, мы с тобой об этом не говорили. Уже уходишь? Возвращайся, коли нужно будет. Что тебе требуется? Полагаю, я должен быть благодарен, что мне позволено работать во дворце, но мне надоело постоянно оглядываться. Никогда не знаю, чего от нее ожидать в следующий момент. Думаю, она в постоянном страхе, что ее сместят. Нет, я даже думать не могу о таких вещах. Откуда я знаю, что тебе можно доверять, что ты не станешь таким же тираном, как она? Что тебе требует? Нет, я даже Да? Что тебе требует? Нет. Остерегайся тени. Что тебе требует? Да, я вижу, тебе хватит упорства сместить ее. Очень хорошо. Так что тебе нужно от меня? Это непросто. Сил избегает появляться на публике. Однако я смогу дать тебе нечто, что поможет. Возьми этот ключ. Он открывает все двери в ее крыле дворца. Остерегайся только стражей из числа соблазнителей. А, приятно вновь тебя видеть. Она избегает публики. Зачем подвергаться лишнему риску? Я держусь рядом с ней. Она боится, что Шоугарат охладел к ней и ищет ей замену. Возможно, я ошибалась в тебе. Хорошо.
Я помогу. Только не забудь обо мне, когда сядешь на трон. Чем я могу помочь тебе? Хорошо. Лучшее, что я могу предложить, помощь со стражей. Я могу отвлечь, по крайней мере, пару из них и заставить их покинуть ее крыльцо дворца. Тогда тебе легче будет туда проникнуть. Не дай ввести себя в заблуждение. Ритуал не закончен. Тело на кровати вовсе не сил, а просто двойник. Настоящая сил использует такие уловки, чтобы сбить убийц с толку. Сил сбежала из своих покоев через секретный туннель в саду. Она не должна уйти! Осторожно. Я опасаюсь, что ее побег предпринят с целью заманить тебя в ловушку.
Тьма! Дай мне силу! Опять свершился ритуал коронации. Сердце сил принято по воле Арденсула, и дементные приветствуют тебя с раскрытыми объятиями. Ныне я провозглашаю тебя герцогом деменции. Пусть гнев и злоба ведут и направляют тебя. Наслаждение и боль, милорд. У тебя получилось. Ритуал выполнен. Ты не на кладбище. Кто бы подумал. А теперь о других. Подождите, мне нужно сказать. Остановитесь. Прекратите. Тейдон, как ты смеешь прерывать меня? Только я могу прерывать себя. Вот как сейчас. Я разговариваю. Мы поговорим позже. Или нет? Когда наступит позже? Не сейчас, в этом я уверен. Стража! Полагаю, Тейдон забыл, как пользуются дверью. Будьте добры, покажите ему, пока я не вышел из себя. Сил? Моя Сил мертва? Не может быть. Неужели? Что вы сделали? Это ваша работа? Придержи язык, маленький герцог, или я вырву его! Но отдать ее трон невесть кому? Чужаку непонятно откуда? Точно, что не отсюда? Не понимаю. Или не могу понять. Успокойся, Тейдон. От тебя... У меня зубы ноют. Ты все еще у власти. Возвращайся к своим обязанностям. Нелепость. Ты не можешь сделать это. Хотя ты всемогущ. Или просто велик. Одно из двух, уверен. И глупец. Глупец? Провидец. Воздух пропитан изменением, Тейдон. Вдыхай глубоко. Купайся в его аромате. Набери впрок. Оставь немного на потом. Порядок приближается. Предел уже захвачен. Одежды порядка, шляпы порядка. А ты говоришь об изменении? Изменение хранит нас. Это жизненный сок островов. Оно сдвигает горы. Оно городит движение. Нет, нет, конечно, нет. Это нехорошо, это плохо. Я не могу больше терпеть. Больше не могу. Так иди, Тейдон. Съешь зеленой пыльцы. Прими ванну, но покинь помещение. Пока я не украсил свой трон твоими внутренностями. Да, все, хватит. Я ухожу отсюда, далеко. Служить им все равно, что служить нам. Но только без всех этих смертей. Нет, пусть уходит. Довольно. Я ухожу к Джигалагу. Я стану жрецом порядка и буду служить ему. Это еще не конец, безумный бог. Думаю, это только начало.
удивляешься, почему я позволил ему уйти, не так ли? По лицу вижу, в основном по глазам. Могу забрать их у тебя, когда закончим. Такого никогда раньше не случалось. Правитель Мании становится предателем неслыханно. Но изменение к лучшему. Новый акт пьесы. Возможно, в этом что-то есть. Посмотрим, что выйдет дальше. Хуже, чем было прежде, быть не может. А я скажу. Я сказал. И повторять не буду. Все, хватит об этом. Ты правитель деменции. Посмотри на себя. Ты просто сияешь. Теперь у тебя есть способность вызывать темных соблазнителей. Они всегда служили герцогам деменции. Думаю, у них пристрастие к боли. А вот и кольцо власти. Символ твоего нового положения. Символы важны. Они имеют вес в этом царстве. Да и в остальных. Запомни это. И оно сослужит хорошую службу. Он был прав. Я чувствую это. Косточками своими чувствую. Маленькими. Серый марш обрушился на предел. Пока мы говорим, порядок собирает силы, а я ненавижу, когда кто-то собирает силы в моем пределе. Тебе нужно положить этому конец. Остановить их. Моей армии должно быть уже там. Тебе нужно отправиться туда и посмотреть, что можно сделать. И если они пройдут дальше, нам их не сдержать. Сделай так, чтобы они не прошли. Да. Приходи еще. У тебя получилось. Ритуал выполнен. Ты не на кладбище. Позор Тейдену. Но, думаю, он так и хотел бы уйти. Теперь к другим. Подождите! Мне нужно сказать! Ритуал не должен быть завершен! Сил! Как ты смеешь прерывать меня? Только я могу прерывать себя! Вот как сейчас. Я разговариваю. Мы поговорим позже. Или нет? Когда наступит позже? Не сейчас. В этом я уверен. Стража! Полагаю, Сил забыла, как пользуется дверью. Будьте добры, покажите ей, пока я не вышел из себя. Тейдон мертв? Это твоих рук дело. Это все ты! Придержи язык, маленькая герцогиня, или я вырву его. Заменить Тейдона невесть кем? Вот значит как. Я должна была догадаться. Успокойся, Сил. От тебя у меня зубы ноют. Ты все еще у власти. Возвращайся к своим обязанностям. Нет, я вижу, что происходит. Как я была слепа! Это заговор, чтобы нас уничтожить. Ты глупец, если думаешь, что я позволю это сделать. Глупец? Провидец.
Воздух пропитан изменением сил. Вдыхай глубоко. Купайся в его аромате. Набери впрок. Оставь немного на потом. Порядок уже у нашей двери. Они взяли предел. Тебе это хоть известно? Волнует? А ты говоришь об изменении. Изменение хранит нас. Это жизненный сок островов. Оно сдвигает горы. Оно городит движение. Нет, я так не могу. Должен быть выход. Надо бежать. Так иди, Сил. Возвращайся в свои покои, пока я не отослал тебя обратно по кусочкам. Да, вот что я сделаю. Я ухожу к врагу моего врага. Порядок — вот ключ ко всему. Я еще отомщу. Нет, пусть уходит! Это еще не конец, безумный бог. Я ухожу к Джигалагу, стану его жрицей и буду в безопасности. Твоя империя рассыплется под натиском войск порядка. Все.